Ибн Умара сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Самые любимые люди для Аллаха – это самые полезные из них, а самое любимое деяние перед Аллахом, всемогущим и великим – это радость, которую ты приносишь мусульманину, или помогаешь ему в беде, или выплачиваешь за него долг, или утоляешь его голод. И поистине, прийти на помощь своему брату-мусульманину в том, в чем он нуждается, любимее для меня, чем совершить затворничество в мечети в течение месяца. А тот, кто сдержит гнев в отношении брата своего в исламе, тому Аллах прикроет его наготу, то есть скроет его недостатки и грехи, и тому, кто сдержит свой гнев в то время, когда он хотел излить его, Аллах наполнит его сердце довольством в судный день».